Услуги для девушек, живущих в Хабаровске. Наращивание ногтей, перманентный макияж бровей, губ и глаз. Я, конечно, не знаю, что это такое, но вы наверняка знаете. Так что подписывайтесь на этот инстаграм, там вы найдете все услуги и обращайтесь именно туда. Очень важно, чтобы туда подписалось 100 человек. Даже если вы не из Хабаровска, то подпишитесь, пожалуйста, потому что это очень важно. Я знаю, вы сможете. Привет, ребятня, сегодня я хочу показать вам 5 типов людей, которые есть на ЕГЭ. Но откуда я могу знать, какие типы есть на ЕГЭ, если я его даже не сдавал? Просто предположение... Погнали! Ну, может, легкий вариант попадется. А что у вас тут за мероприятие? Здесь все элементарно. Если просто вспомнить 5 класс, можно все решить. Косинус что-то. У меня ж биология, не? Квадрат 1-го числа плюс удвоенное произведение. Так, давайте запускайте меня быстрее, а то сейчас забуду все, блин. Извините, у меня просто насморк. Я приболел немного. Вы не обращайте внимания, все нормально. Слышь, что там в 5-м? У нас вообще-то разные варианты. Слышь, что там в 5-м? Как она делается? Куда сдавать? Ну вот мне кажется, что ты будешь списывать. Ну конечно, как какое-то подозрение, так сразу на меня, да?